Жители Московской области выбрали дороги, которые дополнительно отремонтируют в этом году. На портале «Добродел» подведены итоги голосования за дополнительное благоустройство и ремонт региональных автодорог. В нем приняли участие жители со всего Подмосковья, в том числе и Люберец. По итогам голосования в этом году решено дополнительно сделать 94 участка общей протяженностью 396 километров, которые набрали наибольшее число голосов. Жители городского округа Люберцы проголосовали за дороги Марусина-Зенина-Некрасовка и Москва-Егорьевск-Тума-Касимов. В общей сложности за ремонт этих магистралей проголосовало почти 1000 жителей муниципалитета. При проведении ремонтных работ заменят дорожное покрытие, нанесут разметку и обустроят обочины. С результатами голосования можно ознакомиться на сайте «Добродел» в разделе «Дороги». Анна Троян, телеканал ЛРТ.